Ребята, всем привет! Сейчас хочу поделиться своими покупками из пятерочки. Я очень-очень хорошо сходила, купила очень много всего и заплатила всего 1300. А купила много всего, и таких цен, поверьте, вы еще нигде не видели. Начинаю. Вот, например, нектар из манго 49. 99, 50 рублей по скидке. Это действительно хорошие нектары. Мы покупали такие яблочные, из груши, вот из манго. Они действительно очень вкусные. Так что советую. Сколько здесь у нас? 0,3 литра. Следующее. Лапша с грибным вкусом. Вот такую взяла. Сейчас она по скидке куриная с грибами за 37,49. Попробовать. Домшин. Фирма. Так, взяла минеральную воду за 69,99, 70 рублей. Рычалсу. Сейчас по акции. Литр. Газированная вода минеральная. И минеральная лечебно-столовая газированная 1,5 литра за 51 рубль. Вы представляете? Лечебно-столовая газированная, содержит минералы. Карачаево-Черкесская республика. Так что я считаю, 1,5 литра минералка, это очень выгодно. Следующее, в последнее время беру 10 штук яйца куриные столовые, С1 в основном, за 51,99. Очень мне нравится, в последнее время только их и беру. Посмотрите. Вот так вот они выглядят. Они беленькие, и они очень-очень хорошие. Прям вкусный там желток такой. Вот. Красная цена фирма, кстати. 51,99, ну 52 рубля. Считаю, что это недорого. Масло подсолнечное. Ребят, я когда-то покупала за 169 или за сколько? Якобы по скидке Альтера с добавлением оливкового в пятерочке. Но сейчас наконец-то реальная скидка добралась до этого масла. 109,99. 110 рублей. Оно стоит 810 миллилитров. Вот такое я беру Альтера, масло подсолнечное с добавлением оливкового. Я уже взяла тут другое недавно за 129 или за 139, тоже по скидке, но в другом месте заказала. А тоже Альтера, но с добавлением зародышей пшеницы или что-то такое. В общем, с добавлением или кунжутного масла, что-то типа этого. Но тут уж настоящая скидка в пятерочке за 110 рублей. Детский сок 33,19, маленький. Ну, это я считаю не совсем выгодно. Можно найти и за 19 когда-то рублей было, и за 20 с чем-то. Ну, тем не менее. Вот маленький решила взять. Так. Следующее, ребят, что я взяла. Гранаты. По 89,99. По 90 рублей килограмм. Я взяла 5 штук. Знаете, сколько я заплатила? 128 рублей. Посмотрите, какие хорошие гранаты. Я вам продемонстрирую, потому что когда муж купил у меня непонятно где гранаты, вот это гранаты вот шикарнейшие просто. И он удивился, что когда он купил за 500 рублей гранаты, а я ему говорю, да в пятерочке лучше гранаты, зерна все, знаете, такие сочные, яркие, свежие. Говорю, в пятерочке шикарные гранаты и по скидке. И действительно, ему понравились гранаты. И я взяла 5 штук вот таких вот красавцев. За 128 рублей все отдала. За все 5 штук. Но я считаю, таких цен вы больше нигде не найдете.
Вот, следующее, ребят, что я взяла. Так, авокадо. 125 рублей, две штуки. Я взяла вот такие вот. Немножко пошуршу. Вот такие вот я взяла. Обычные. Я обычно хас беру, но в этот раз решила взять вот эти. Попробовать. Так. Выложу этих красавцев здесь. Следующее, что я взяла, это кабачки. Килограмм за 100 рублей. Я взяла за 90 три штуки. Вот такие вот кабачки. Средние, хорошие кабачки. Вот так они выглядят. Буду готовить. Есть побольше. Так. Следующая моя покупка. Докторская колбаса вареная. 250 грамм. 95,99. 96 рублей. Вот так она выглядит, ребят. Великолукский мясокомбинат. Докторская по ГОСТу. Так. Сливочные сосиски за 149,99. За 150 рублей, в общем. Мясная ферма. Они сейчас по акции тоже идут. Видите? Колбаса салями за 44,90. А, извиняюсь, за 149,99. Тоже она сейчас по скидке идет. 149,99. Так, дальше я взяла по скидочке био-йогурты Активию. 260 грамм по 95, по 96. Нет, ребят. Кабачки я сколько сказала? 90. Докторская вареная 96. Био-йогурты по 52,99. 53 рубля. Вот такие вот два био-йогурта я взяла. Я взяла натуральный и... Вот такой вот слен. Черника и 5 злаков. Там еще был с малиной и земляникой. Что у меня такое случилось? Батарею еще не поменяла. Ну, скоро уже поменяю. А на новый пока телефон не хочу снимать. И последнее, что я взяла. 44,90. Скидка тоже. Ну, 45 рублей, грубо говоря. Пикник. Такой вот пикник. Он большой. Тут две штуки. Ну, вот такой вот у меня получился обзорчик. Ребят, всем, кому понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы с вами увидимся еще в следующих видео. Ну, а пока скажите, реально ли такие вот покупки? И так мало я заплатила, по-моему, много всего купила. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео. Пока!